Мария Кадряну. Поехали, поехали! Означает любовь. Норок означает счастье. Норок означает здоровье. Счастье, любви и здоровья вам всем. Всем-всем! Праздником! А теперь песня, которую я дала жизнь много лет тому назад. Она была очень популярна, звучала на радио и по телевидению. Итак, композитор Сергей Мелик. Стихи Онегина Гаджикасимова. Первое танго. Тобою бродим, а за нами по пятам. Две смешные наши тени молча бродят по следам. Мы с тобой стихи читаем и полголоса поем. И на площади пустынной, там, где кружимся вдвоем. И просто, и хочу я повторить, что большое в жизни счастье быть любимым и любить. Пусть никто из нас сегодня слов признания не сказал, все, что хочешь, ты услышал, прочитай в моих глазах. Час и чуть больше.
сейчас один из прекраснейших русских романсов. Только раз бывает в жизни встреча. Фонограмма, я не слышу, что я пою. Пожалуйста, не надо. Я понимаю, что вы хотите, чтобы красиво было. Но... А может быть, цветочки кто-нибудь возьмет? Она мне приютила, накормила, напоила, сюда привезла. Вот так вот, друзья. Я хочу, чтобы вы послушали одну из лучших песен 20-го столетия, которую написал для меня мой хороший друг, которого уже давно нет с нами. Я пела ее на песне года, она была лауреатом. Итак, Евгений Мартынов, стихи Андрея Дементьева. «Ты скажи мне, вишня». Словно ты мила, каждый день мы встречались с тобой. Лег туман, старые травы, и теперь
и твои арии. Есть мама. У кого-то, у счастливых, они рядом с ними, а у многих их давно уже нет. Я хочу спеть песню моего друга, тоже Владимира Мигуля. Я записала его, эту песню еще в 73-м году, еще до Вали Толкуновой, но Валечка очень хорошо ее потом спела. Сейчас, когда Вали нет, я хочу вам ее напомнить, тем более, что неделю назад ушла из жизни мама. Мама организатора этих концертов Эмилия Фукса, его сегодня нет здесь с нами. Но я хочу, чтобы мы посочувствовали ему и послушайте эту прекрасную песню. Поговори со мной, мама. Да.
оставлю в сердце я. Дороже всех наград на свете не песня тихая твоя. До звездной полночи на самой мне снова детство подари. Дороже их на свете на самом деле нет. Ну что ж, скажите, много наших из Молдавии здесь? Руки поднимите. Ну тогда я вам спою песню, которая была очень популярной в свое время. Эту песню написал наш всеми любимый Михай Долган. Его тоже, к сожалению, уже давно не стало. Я скажу вам, мои дорогие, прошлым летом я была в Молдавии. Поехала на армянское кладбище, наши молдавы, они знают это. И решила найти могилу своих педагогов, потому что меня не было в стране. Я долгое время работала, выступала за границей, Америка, Япония 8 месяцев, полтора года в Австрии, Италия, Франция. Ну, тогда, когда был переход, надо было работать, здесь нам не было работы, там, в России. И мы работали там, прекрасно работали. Но все равно тянуло домой, мы вернулись. И я поехала искать. И увидела могилы Иона, Господи, Михая Долгана, Иона и Петра Теодоровича, Николая Сулака, всех тех, кого мы знали, любили. Я всем положила цветы. И я хочу сейчас сказать вам, что я в сердце сказала: ребята, это от всех. От всех тех, кто вас любит. Кто вас знает, кто вас помнит. Поехали! Можно громче! Все! И гравинами он, да ты посередине дома, а ты посередине дома. Oh,
Артистка Израиля. Спасибо большое. Я еще уже секундочку желаю. Речи распадался. Не надо. Мне сказали вначале на 50 минут, потом приехали 25. Чем молдаване хороши? Послушайте. Начинают петь и не понимают на часы. Это замечательно. Ничего страшного. Мария Кадряна. Спасибо. Три молдавана! Хотя у нас в зале больше. Поехали, маэстро! Три молдавана, не ходи его еще. Три молдавана.
самозваном, вместе с ними хорошо принимал Тарзана. Шалом, шалом,
А у нас меланхолия на прощание. Поехали! Веселиться, как веселиться! Шарма, тан-тан-тан, ла-ди-ла-ди-да, ла-ди-ла-ди-да. Мелангхолия, мистериоз, амор.